Есть ли у души место, где она существует? Душа существует, не только место есть, а душа сама по себе и является местом. И кроме души места нет. Существует так называемое надуманное место, которое называется нашей Вселенной, потому что это существует в желании получать, эгоистическом желании, и существует место, которое называется душой. Это желание отдавать. Вот оно-то и существует на самом деле. Вечное, совершенное желание отдавать, которое называется душа. Это интересно. А это место для человека? Это место для того, чтобы мы его раскрыли и в нем существовали. Какая связь между душой и я человеком? Душа – это и есть мое я. Мы еще не ощущаем, что такое душа, потому что у нас нет свойства отдачи и любви.